Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся и постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих, исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Откроется хороший вид на долину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю. Но у меня хорошее предчувствие. А, черт! Ты в порядке? Оступилась. Все нормально. Чуть-чуть. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Да-да-да-да. Хватайся за руку. Держу. Лара, чтоб тебя. Меня чуть инфаркт не хватил. Ты в порядке? Ага. Пошли. Похоже, нам туда. Недурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У
У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага, готов? Полезли. Сюда валится. Идем медленно. Держись рядом со мной. Береги! А, черт! Чудом спаслись! Слышишь? Да. Я тебя вытащу. Черт! Там. Вот там. Перекинь меня на другую сторону, скорее. Ладно, была не была. Нет! Нет! Лара!
Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Пожалуйста, а что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах, и решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но, Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка, Анна. Эй, мы в горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Ты кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты сука!
Мне же обещали не стрелять! Увози нас отсюда! Черт! О, нет! 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 В документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Выходит, папа был прав. Здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Они ищут гробницу. Надо найти ее раньше них. Я подзабыла греческий, но он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я помечу места на карте. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Потайной вход. Yeah.
потрясающе. Вот бы папа видел. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Тебе. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк убит Орденом Троицы. Нашла. Пусто. Тут пусто. Нет. Нет. Что же я упустила? Ставьте заряды! Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Вы кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии.
Ложись! Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай. Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара. Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ты вообще себя слышишь? Иона. Мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял. Не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китеж. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Стой!
сквозь книгу! Нас не остановить! Черт, Лана! Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Надо найти убежище. Давай, ты сможешь. Иди. Старый лагерь. Люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Эти руины монгольские. Троица, они здесь. Центр, как поняли? А черт! О черт! Что это было вообще? Разведотрядом на Южном хребте.
Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Надо рану перевязать. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Заброшенный комплекс времен Холодной войны. Какого черта тут делает Троица? Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Нет, это вы слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать после всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать! Хочу, чтобы ты перестал! Будь снова моим папой! Всем отрядам доложить обстановку. Прием. Мы нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием. Связь все еще не важная, так что держитесь вместе. Надо их найти, пока они не устроили новый набег. Центр, мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача — найти пропавший раз... Какого хрена? Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. Черт, он еще тут.
Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Выиграла время. Холодно будет. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, всажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Сведения. Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, связь ни к черту. Еще прибывают.
Стрельбы уже пару минут не слышно. Все спокойно. Нас сомневаться. Нам рассчитывать не надо. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Нет, откуда знать. Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Не отходи. Черт. Больше чего. Все время истекло. Застрели его. Он либо заговорит, либо сдохнет. Ты же понимаешь, что сдохнешь, если не расколешься. И не только ты. Вся твоя семья, все до единого сдохнут в муках. Нет у нас на это времени. Оставил тебя за главным. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть и понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. 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 Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся страданий. Тут... Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными, и войдете во славу святого источника. Боже, прошу! И что с ним делать? Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреновине лет 50. Кажется, ветер сломался. Давайте его перекроем. Мы больше не можем позволить себе терять топливо. Сейчас. У нас проблемы. Держите. Надо приложить усилия. Стреляю! Разделитесь и держите ухо востро. Незаметно здесь не пробраться. Должен быть другой путь. От вас нет отчетов. Троица это тревожит. У нас были проблемы с местными.
Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Лара, ты как? Слава богу. Анна, что? Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я не помню. Что происходит, Лара? Мне страшно. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Кто? Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара, я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Все не так просто. Спокойно. Я нас освобожу. Как-нибудь. Не тронь ее! Пожалуйста, не надо. Говори! Ублюдок! Сволочь! Где святой источник? Прошу, прекрати, я ничего не знаю! Довольно. Она не знает. Что? Ты... Нет. Ты с ними заодно? Не может быть. Ты... Ах ты, сука! Ты же не могла сдаться, не так ли? Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Тебе нужна цель в жизни. Мы ее дадим. Да ты издеваешься. Я видела, на что способна Троица. То есть нет. То есть иди нахрен! Скажи, Анна, тебя Троица завербовала до того, как ты охмурила отца, или после? Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Довольно! Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим, Лара.
конец! Сволочь! Быть может, ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко. Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. Они ищут то же, что и ты. То, что мы не можем им отдать. Не можете или не хотите? А есть разница? Да, возможности выбора. Умно. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. А ты как сюда попал? Когда тут появился Константин со своими людьми, мы думали, что сможем дать отпор. Но я понятия не имею. Сработало? Сможешь выбраться? Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюдная. Самый надежный путь для побега через старое депо. А дальше? Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Опять дикари, что ли? Нет, это женщина. Одиночка, вооружена. Она уже натворила дел на периметре. Она кого-нибудь привела? Возможно. После первого нападения мы подняли патрули. Если с ней кто-то был, не успел. Стой здесь. Я разберусь. Так, погоди, почти готово.
Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Укрытие! На нас напали! Пойдем на Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор, я уже там. Скорей бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся, и Святой Источник даст тебе жизнь. Что еще важнее, жизнь в чистом безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. Что ты делаешь? И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах. И развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу.
попадешь в беду. Вон он! Мочи его! Да черт! Черт! Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Осторожно! Работаешь?
Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только, зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знай, что сделала правое дело. Нет. Прости, я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Лара, ты там? Я не могу головы поднять. Лара, уходи оттуда! Яков! Черт! Черт! Они уже...
тоже проникли внутрь. Я пошли! Меня стреляют! У нас труп! Мы больно часто друг друга спасаем. Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязана идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы. Тогда не будем терять время. По этому пути мы пройдем сквозь гору. Мои соплеменники издавна пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство. Они использовали механизмы и взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь, и много чего разрушили. Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Или было безопасно. Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Уже нет. Это все усложняет. В чем дело? Стою в ограде. Тссс. Но у меня есть идея. Почти готова. Из-за них тут все рухнет. Многие старые проходы были обрушены в ходе советских раскопок. Их механизмы не годились для тонкой работы. Расскажи! Янков! Найди Софью! Скажи, что здесь Троица! Яков, ты там? Слышишь меня? Неужели это часть затерянного города? Какая красота! О, нет! Отлично! Источник должен быть где-то здесь. Похоже, эту стену возводили в торопях. Слишком глубоко. Если... Это должно быть бессмертный пророк.
изображение исхода его народа из сирийской пустыни. Они поселились в тайной долине и построили великий город. Китиш. Для защиты города и его жителей пророк создал армию воинов. Что тут изображено? В руках явно не святой источник, что-то еще, что-то другое. Ну что? И его воины создали для него атлас, чтобы пророк всегда знал свой город с его тайнами. Карта города. Она укажет путь к святому источнику. А ну, стоять! Спокойно, спокойно. Ты же знаешь, я не строицей. Чего нам тебе верить? Я бежала с одним из ваших. Его зовут Яков. И где он теперь? Мы шли вместе, но в шахтах разошлись. Она убила его! Нет! Нет, нет, нет! Яков никогда не доверял чужеземцам. Прошу, слушай, я вам не враг. Я говорила. Тебе следовало уйти. Софья! Довольно! Отец! Я уж думала, ты погиб. Я рад, что тебе удалось выбраться. А Софью прости, она. Осторожно. На ее месте я поступила бы так же. Что тебе удалось выяснить? Сюда идет вся армия Троицы. Надо готовиться. А она? Она мой друг. И находится под моей защитой. Развалины. Затерянный город пророка должен быть рядом. Пойдем. У нас мало времени. Запаситесь оружием и займите укрепление. Ступайте, давайте! Они скоро придут. Но у нас мало людей. Дети и старики особо уязвимы. Иди, отведи их в катакомбы. Зажигайте костры, предупредите жителей долины. Невероятно. Софья, собери бойцов и приходи ко мне в верхнюю деревню. Только не исчезай снова, отец. Дело не в проворот. Хоть у нас время. Потом. Я помогу, чем смогу. Ты, иди к старой рации, запусти генератор. Надо передать последнее сообщение, оповестить другие поселения о происходящем. Сделаю, что смогу. Вы двое. Мне нужны наблюдатели за долиной. Идите к утесам, следите оттуда. Как только увидите вертолеты, сразу сообщите. Да, конечно. Лара, прости, если Софья была не слишком приветлива. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привычки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлением. Труд на общее благо – отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать.
Они, скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? В открытый бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они надеются победить с наскока. Но мы обратим их рвение себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать. Действовать расчетливо. Будем наносить рану за раной, пока они не истекут кровью. Только тогда мы победим. А сейчас зажжем костры. Предупредим остальных в долине. Сегодня наша победа – выживание. Соберите как можно больше патронов и припасов. Спрячьте все в пещерах и руинах. Когда закончите работу, встречаемся в верхней деревне. Все ясно? Да. Понял. Отлично. Идите. Да поможет вам пророк. Привет. Приветствую. Приветствую. Я могу чем-то помочь? Знаю, ты занята. Троица скоро нагрянет. У нас много дел. Но я хочу помочь. Позволь доказать, что я на вашей стороне. Прости, нам сейчас нелегко. Вижу, что ты желаешь добра, но одними благими намерениями долго не протянешь. Новые наконечники для стрел туповаты. Лучше тупые стрелы, чем никакие. Лара, может, подсобишь? Наши бойцы рассредоточились по всей долине. Если зажжешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Сделаю, что смогу. Как огонь загорится, они сообразят, что делать. Хорошо. Яков, тебе летят вертолеты. Срочно сюда! Беги скорее! За баррикады! Бегом! Бегом! Сдавайтесь, не осторожно! Не высовывайся! Отходим! Держаться вместе! Святой источник! Говори! Стой! Оставь их, не надо! Где он? Стойте! Стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Ладно, говори, что там за атлас! Помоги нам!
Мы отходим. Возвращайся, бесшумно. На нас напали местные. С ними Крофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Я так далеко зашел. Так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то, должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее, ради тебя, ради Троицы. Прошу. Укажи мне путь. Что ж, значит, кровь. Прости. Мне жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг. Он никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троица ведь не остановится. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас? Или ради своей цели? Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Мне бинты нужны. Что? Яков, нам сильно досталось. Мы разбиты, и нам некого отправить в Акрополь. Я знаю. Я присмотрю за ранеными здесь. Надо им найти убежище. Яков, тут разгром, и твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней. Но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. Надеюсь, я не опоздала.
никого. Что нам делать с пленником? Избавься от них! Не стреляйте! Мы... Пропустили! Будьте внимательнее! Что у нас? Погоди, эти ублюдки хитрые. Поди понаставили тут ловушек. Я схожу проверю. Сейчас вернусь. Что это было? Вон она! Ублюдки. Развяжи меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло! Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. С тобой все будет в порядке. Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что... Я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Лара, я здесь. Но по нам открыли огонь с вертолетом. Попробуй как-нибудь привлечь их внимание. Предоставьте это мне. Я справлюсь. Сюда. Нам нужно... Яков, они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. Пойдем.
Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили Китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Лара, если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат Троицы. Я знаю, но выбора нет. Пусть наемники закончат зачистку, а нас ждут на базе. Оставь их. Понял, у нас чисто. Понятно. Он сказал, что решать не ему, но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. О как! И что, это все? Слушай. Я ее вижу, убить ее! Он должен быть внизу. Они нашли его. Убить безоружного?
Это жестоко даже для тебя, Лара. Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись, Анна. Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Соглашайся на мое предложение, Лара. Пока не поздно. Поздно стало, когда ты предала мою семью. Я заберу Атлас, Анна. Что-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подавно. Иди к черту! Крофт идет к вам. Убейте ее и добудьте этот чертов Атлас! Фу. Чем так? О, нет. Его сожгли заживо. О, боже! Больно. Почему? Это же не... О, господи! Дайте мне... Что за чертовщина? Может взлететь на воздух. Нужно спешить. Кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво.
Придется использовать греческий огонь. В нашу обсерваторию в горах. Хорошо. Лара! Лара, ты все еще там? Иона, это ты? Птенчик! Ты жива, я так и знал! Боже мой! Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову. Его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещал о тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Ужасно выглядишь. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара, Софья рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Все-таки его нашла. Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно.
Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китиш не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китиш должен быть здесь. Вход в Китиш находится здесь. Ты знал. Надо поспешить. Троица скоро поймет, где находится источник. Но мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно. Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзании Троицы. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. Надо где-то укрыться. Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости.
Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. Иона ждет. Иона. Иона где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом. Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, Троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет! Надо верить. Меня выбрала не Троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Константин, заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь... Иона!
ты ей всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Давай! Прошу, прошу, не надо! Не слушай его! Я всего лишь делал то, во что верил. Обыскать тюрьму. Убить всех. Прости. Надо было убить его. Но он был безоружен, я не смог. Ты не обязан. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. Запри дверь. Нам приказано ее убить. Мы почти на месте. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Вас понял. Докладываю, мы заняли позицию. Видим цель. Придется с ними разделаться. Цель обнаружена. Надо вернуться к Ионе. О боже, только не это. Иона, Иона. Лара. Я здесь. Лара.
Послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить. Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор. Ему недолго осталось. Нет, он должен жить. Мы ему поможем. Как? Надо доставить его в обсерваторию, к Якову. Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя, справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, будет охранять тебя отныне и вовек. Прижимай рану. Подготовь его. Яков, в тебя же стреляли. Так это ты? Я права? Бессмертный пророк. Я чувствую боль. Меня можно ранить. Я тоже человек. Только не умираю. А святой источник? Я нашел его давным-давно. Он существует и таит великую силу. Только он не святой. Так ты им лгал? Целыми поколениями? Я и сам тому не рад. Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетием. Ужасная ошибка. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к Китежу, бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Они пошли на злодеяния. Ради власти. Троица поступит так же. Но в гораздо больших масштабах. Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. И этому надо положить конец. Отец! Они приближаются! Они силой пробьются сквозь лед. Значит, мы проиграли. Нет. Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. У нас мало времени. Сейчас не время опускать руки. Если задержим Троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. Как будешь готова, знай, что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга.
Поразительно. Яков, я иду в город. Что меня там ждет? Наши не спускались туда уже несколько столетий. С тех пор, как замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарий. Он был частью обсерватории? Да, его построили мои астрономы. До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом. Он откроет тебе вход в Китиш. Невероятно. Посмотрим, как работает эта штука. Похоже, нужно потянуть за это. Троицу видно? Да. Они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи. Я
Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Палата душ. Святой источник должен быть там. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Знамена? Символом армии бессмертных?
А что, если сделать так, чтобы они разбили врата? Пробить врата. Сойдет, наверное. Пора стрелять. Получилось. Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Лара, у тебя мало времени. Ты должна первой добраться до источника. Ты сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди. Попала. Нужно еще разок. Лучники. От них нужно избавиться. Только прицелись. Открыт.
ракеты! Лара, мы поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, София. Мне любая помощь пригодится. Отличный выстрел. Всем отрядам! Вижу кровь! Не дайте ей войти в палату душ! Константин! Софья! Можешь попасть по нему из требюшета? Попробуем! Приготовься! Да вряд ли тебе удастся по нему попасть! Будем пытаться! Погоди! Перезаряжаем требюшет! Отсюда нам по нему никак не попасть! Знаю. Я подстрелю огненный шар в полете. Готовьтесь, попробуем еще раз! Погоди! Перезаряжаем требушет! Мы готовы! Ждем твоего сигнала! Огонь! Стреляем! Не пускайся и пройдись со мной, друг! Да! Черт! Пришлите отряд! Быстро! Уничтожить ее!
дьявола! У тебя нет ни оружия, ни союзников, ни надежды! Здесь ты найдешь свой... Попалась! Ты намного сильнее отца. Он бы так долго не протянул. Это не моя судьба. Меня ждало величие! Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжешь. Он молил о пощаде. А когда понял, что ее не будет, стал просить пощадить тебя. Ты лжешь! Заткнись! Заткнись! Он был жалок. Мне было его жаль. Думаю, в последние мгновения жизни он думал о тебе, Лара. О том, как он оттолкнул тебя. Предал тебя. Он бы не дал тебе раскрыться. Но ты должна быть мне благодарна! Трусость у вас в крови, Лара. Яблоко от яблони. Тебе не дано принимать тяжелые решения. Давай же, давай! Ты проклят! Ваша Троица. Смерть. Это все, что она может. Сдавайся. Я все отдала за него. И не собираюсь отдавать его Троице. А как насчет твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир. Вместе. Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе легко об этом говорить. Это ведь не ты умираешь. Дело не в тебе. Дело в человечности. В защите того, что делает нас людьми. Они идут! Мы окружены! Яхан, берегись! Источник не предназначен для людей! Это твой шанс, Лара. После того, что я вынесла, что ты вынесла. Довольно того, что один Крофт погиб из-за него. Но я готова. Я не...
Я уже и так слишком долго ждал. Ты знал, что я его уничтожу. За всю свою жизнь я не встречал таких самородков, как ты. Что ж, пришло время. Мне умереть. Прости. Я всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Правда получилось. Дорогая Лара, я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец, должно быть, в гробу переворачивается. Крофт. Что значит это слово? Надеюсь, что тебе удастся оставить свой след в этом мире. Помни, по-настоящему важны не мы сами, а наши дела. Источник надо было уничтожить. Мне все еще кажется, что я его подвела. Думаю, он поступил бы точно так же. Пойдем. Тебя самолет ждет. Я прослушивала эту запись тысячу раз, но лишь сейчас поняла, что он имел в виду. Важно не то, как поступил бы он, а какой выбор сделаю я. Легендарный Китежград существует. И он полон тайн, способных изменить мир. Я должна раскрыть их. Не ради отца или кого-либо еще, а ради высшей цели. Лишь бы это оказалась благая цель.
Анна, ты сказала довольно того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... Но я не смогла. Ты лжешь! Я его любила. Нет! Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано.